Доброе утро. Я направляюсь на улицу. Вас понял. Дамы и господа, пожалуйста, будьте внимательны. Следуйте указаниям уполномоченных сотрудников. Ничего. Я тоже. Пади увивается за очередной юбкой. Ну, словом, все как обычно. Понимаю вашу тревогу, но поверьте, он славный парень. Как скажете. В любом случае, мне некогда его искать. Я даю последние указания констеблям. Мэм, вам с вашим супругом лучше пока не выходить. В порядке, сэр? Ну-ка. Решитесь.